Всем привет, с вами DigiZem. В этом видео покажу, как скачать и установить бесплатные материалы Redshift в Assets браузер Cinema 4D S26. Итак, погнали! По ссылочке под видео переходим на эту продающую страницу с 32 материалами, которые пригодны и для обновленного Redshift 3.5. В этом окошке вбиваем справедливую цену и, конечно же, хотим это. Нас перебрасывает на эту страничку, где вбиваем свое погоняло, имя и свою почту. Конечно, вы можете и отблагодарить создателя материалов, если считаете нужным. Далее просмотр содержания и скачиваем zip-архив в заранее подготовленную папку. В архиве находятся папки с ассетами, и нам не нужно распаковывать этот архив. Оставляем как есть. Далее открываем программу Cinema 4D S26, заходим в Asset браузер, выбираем папку без категории и во вкладке Create нажимаем Import Assets или Assets. Выбираем скачанный архив с материалами и импортируем в Asset браузер. Тут вы можете выбрать и создать отдельную базу для этих материалов или оставить по умолчанию. Нажимаем ОК. И загруженные материалы появляются в папке без категории со значком Redshift. Тут вы можете посмотреть информацию о материалах, чтобы добавить материал на модель, просто перетаскиваем его как обычно. И конечно же, вы также можете зайти в сам материал и настроить его. Вот так просто теперь можно добавлять ассеты в Asset браузер Cinema 4D S26. Ставь лайк, если видео было тебе полезно, подписывайся на канал, будет много чего еще интересного и полезного. Всем удачи, с вами был DigiZem.